Всем добрый вечер. Здравствуйте, Оксана. А во что играете? Ни во что. Мишутка не хочет быть дочкой. Да, не хочу. И в дочке матери играть тоже не хочу. А вот в отцы сыночки я поиграл. Вот. А, такой игры нет. Да. Да, Мишутка. И раньше, давным-давно, в деревнях девочки играли в дочки матери. Правда, таких игрушек, как сейчас, не было. И кукол делали сами. Кукол-то? Сами? А интересно, из чего их делали? Из платочков. Из веревок. Красота! И даже из мешочков с зерном. И даже из мешочка с зерном. Да, все куклы были девочки. Вот видите, они все в платьицах и платочках. Кукол мужчин не было. Понятно. Значит, были только мамы и дочки, да? Правильно, дочки матери. Поэтому и играли в дочки матери. Совершенно верно. А хотите, мы сами с вами сделаем куклу? Ой, конечно, хотим. Да. А из чего мы будем их делать? Из ниток. Сначала сделаем помпоны. Для этого наматываем на картон нитку побольше. Да, красиво. Продеваем и затягиваем моток с одной стороны. Здорово! Так, а с другой стороны мы обрезаем ножницами. Получается такая пышная юбка. Красота, красота! А это, оказывается, совсем непросто. А теперь вот так перетягиваем. И у нас получается голова куколки. И на помпон похоже. Совсем как на мои шапочки. Таким же образом мы сделали помпон потоньше. Это будут ручки для куклы. Только мы затянули моточек и разрезали с двух сторон. Получились кисточки. Эти кисточки мы продеваем сквозь туловище под голову куколки и плотно затягиваем. Вот. О, прямо как пояс. Точно. Вот и готова одна куколка. Девочка в юбке. Ой, какая красивая! Ну вот, опять девчонка. А куклу мальчика сделать можно? Конечно, можно, Мишутка. Кукла-мальчик делается так же. Только юбочку мы разделили на две части и сделали ножки. Здорово, вот это совсем другое дело. Ну вот, теперь вы вместе можете играть в дочки-сыночки. Красота!